магистральной просто невозможно проехать. Это просто кошмар. И этот кошмар длится уже много лет, рассказывает Динара Закирова. Ежедневно проезжает по улице Магистральной. Здесь то ямы, то выбоины. Куда только не обращались, но пока вопрос не решен. Народный контроль приезжал, измеряли больше сколько сантиметров. То есть ничего толком не обещали. И действительно, заявка на ремонт дороги по улице Магистральной не первый год висит на сайте «Народный контроль». Среди таких же долгоиграющих просьба сделать разворот на улице Академика Арбузова. Внутриквартальных дворов очень много нуждается в благоустройстве. И, естественно, сегодня отремонтирована только половина из них. И потенциально любой двор может находиться в системе неисполненных, поскольку граждане очень активно работают в этом направлении, просят помощи муниципалитета. Но это скорее исключение из правил. В основном, а это 95% случаев, заявки в народном контроле исполняются. За прошлый год их поступило 22 тысячи. Есть и свои лидеры по исполнению. Это администрация Вахитовского и Приволжского районов. Люди обращаются, цифры каждый год растут. Растут они потому, что население видит, что есть обратная реакция, что есть решение по обращаемым вопросам. По-прежнему среди популярных жалоб ремонт и благоустройство дорог, установка светофоров, ламп освещения, отсутствие разметки, также проблемы, касающиеся ЖКХ и здравоохранения. Системе «Народный контроль» в этом году 5 лет, и она доказала свою эффективность, которая могла бы быть еще выше, если население было бы активнее. Знаете, что такое «Народный контроль»? Знаем, по телевизору слушаем. А что это такое? Ну, это люди, которые разбираются в непорядках нашего. Ну, контролируют, конечно. Района, государства. Куда обращаться, знаете? Нет, не знаем. Есть такой интернет-ресурс, где можно оставить жалобу. Слышали про это? Нет, я не слышал. А те, кто знает о портале, жалуются сюда регулярно. Рекордсмен сайта, казанец под ником Олег Б, отправил 689 жалоб. Второе место у Тимура У. Он отправил 639 заявок. А Андрей А. 613. Альбина Слагараева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань.